Для создания сегодняшнего дизайна мы берем белый гель-лак, у нас это Aloe 67, наносим, сушим и перекрываем матовым топом. Я рекомендую под акварельные флюиды использовать именно вельвет, потому что его структура позволяет красиво и хорошо растянуть акварельки. Я беру три цвета, peach, red и зеленый, потому что для синих дизайнов это самые такие подходящие оттенки. Наносим и водичкой размываем в хаотичном порядке. Сохнут они очень быстро. Подсушили и берем гель-краску с липким слоем. Мы опять-таки использовали Aloe. И наносим наш дизайн. Можно, конечно, сначала нанести дизайн и после этого уже нанести капельки. Разницы нет, капли абсолютно прозрачные, весь дизайн будет видно. Тут ограничений нету. Как вас пожелается, как вы захотите. Я не делаю слишком много прорисовки, не люблю, чтобы слишком наляписто было. Поэтому добавляем несколько точечек, просушиваем. Беру гель-паутинку. И также в хаотичном порядке я наношу несколько полосочек. Подсушиваем лампе и снова перекрываем матовым топом. Дизайн готов!